Улыбки, весеннее настроение и массу положительных впечатлений подарили лучшие творческие коллективы района славянским женщинам, подготовив для них большой праздничный концерт. Участие в праздничном мероприятии были приглашены ветераны отрасли образования, культуры, здравоохранения, представительницы общественных организаций и предприятий, многодетные матери, главы и специалисты поселений. С праздником весны, красоты и нежности представительниц прекрасной половины Славянского района поздравил глава муниципалитета Роман Синеговский. Особенно спасибо хочу сказать вам за чувство, которое никто больше нам, мужчинам, не дает. Это чувство любви. Благодаря этому чувству мужчина готов творить чудеса, мужчина готов созидать, мужчина готов изобретать, мечтать, везде участвовать. Поэтому большое вам спасибо за уют, теплоту нашего домашнего очага, который вы сохраняете. Хотелось бы пожелать вам всем здоровья, мира, добра, любви, радости. И чтобы мужчины были внимательны не только в празднике, а были рядом с вами, были каждый день. Подставляли плечо при необходимости. Всего вам самого-самого доброго. От всех мужчин. Спасибо. Слова поздравления и благодарности со сцены городского дома культуры в этот день звучали в адрес всех женщин Славянского района. Прекрасных, добрых, отзывчивых, трудолюбивых. Именно для них артисты дома культуры исполнили свои лучшие песни. Многие из них были, конечно же, о любви. Яркие и трогательные номера, подготовленные славянскими артистами, сменяли друг друга, подарив женщинам улыбки и весеннее настроение.